В Тверской области продолжается кампания по вакцинации населения. В настоящее время в Верхневолжье прививку сделали свыше 647 тысяч человек, из которых 241 тысяча – представители старшего поколения. Многие жители нашего региона вакцинируются повторно, в том числе прямо на рабочих местах. О том, как проходит ревакцинация сотрудников Тверского государственного технического университета, в материале нашей съемочной группы. Старший преподаватель кафедры автомобильных дорог, оснований и фундаментов Тверского государственного технического университета Федор Нигаматуллин первую прививку от коронавируса сделал около полугода назад. В феврале подошел срок ревакцинации, и Федор решил сделать это, что называется, без отрыва от производства. Прямо здесь, в стенах вуза, где он работает. Это бесспорно удобно, потому что я вышел из кабинета, прошел одну минуту, и я уже здесь. Мне не надо идти в поликлинику или куда-либо еще. Это очень удобно. После предыдущих прививок, когда все в окружении болели, я тоже не болел. Поэтому считаю, что она работает. Вместе с Федором на ревакцинацию в этот день пришли еще около 100 сотрудников и преподавателей Тверского государственного технического университета. Как отмечают в ВУЗе, подобные прививочные дни в университете стараются организовывать регулярно. Посильную помощь ТВГТУ оказывают ведущие медицинские учреждения столицы Верхневолжья. В общей сложности профессорско-преподавательский состав университета вакцинирован на сегодняшний день почти на 100%. Мы бережем здоровье наших студентов, бережем здоровье наших преподавателей. И я думаю, что этот процесс будет дальше продолжаться после выхода с дистанционного формата. Также такие дни вакцинационные будут организованы у нас в университете. В настоящее время кампания по массовой вакцинации населения в Тверской области продолжается. Прививку сделали свыше 647 тысяч человек, из которых 241 тысяча – представители старшего поколения. Как отмечают специалисты, вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом борьбы с распространением COVID-19. Естественно, чрезвычайно важно для нас сегодня выработать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет возникает вследствие либо человек переболел, либо он вакцинировался, впоследствии ревакцинировался. Поэтому важность, просто чрезвычайная важность. И чрезвычайно важно, чтобы работодатели сегодня понимали. В Тверской области уже открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Более 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник М» на эти цели поступило в регион. Записаться на прививку можно по номеру 122. Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будние, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в крупных торговых центрах.